Мои хорошие, вместе обедаем. Вместе обедаем. У меня овощной салат, много зелени и картошка, морковь и свинина пожаренная. И у меня бутылочка шампанского. Нужно допить вчерашнее, иначе оно пропадет. Потому что сегодня вечером я буду не дома, оно пропадет. Нельзя давать шампанскому пропадать. Здесь полбутылки, бокальчик выпью. Не знаю, может быть больше выпью. Уже вызвала такси, написали, что водитель найден. К 13:30 вызвала такси, сейчас время 13:13. Поцеловала часики, кстати, загадала желание. Ах, как вкусно, очень вкусно. Бокальчик шампанского, вот еще сколько. Наверное, возьму с собой, в такси допью, да ведь? Ну а что? Я без хлеба сегодня. А, через 3 минуты подъедет Volkswagen Polo Владимир. Блять, нахуя через 3 минуты? Ну что? К 13:30 написано в комментарии. Доставлено. Угу. Ну что, подождут. Надо поесть. Вчера вечером готовила галёхонько. Жарко так было. Наше здоровье. Можно было пить чай. Я чай не хочу. Хочу как аристократы, как дегенераты. Сообщение от водителя будет в 13:30. Все. Меня понял. Пускай заедет, может быть, кофейка бахнет. Может, на заправку успеет. Мне к 3 часам. В Екатеринбург. Поеду в этом платье. Или там у меня еще один сарафан есть. Не знаю. Не решила еще. Какая разница? Я во всех платьях красива. Волосы мокрые. Пришла из леса. Блядь, как вкусно. Короче, подложка свинины 700 граммов. 149 раз стоит. Хотела вчера поесть взрослым двум людям. Хорошо поесть, так немало. И вот сегодня на 3 раза. Нормально. Нормально. Овощи. Ну, овощи тут рублей на 50. Ну, не знаю. Трава из огорода у нас мама принесла. Вкусно. Блять, все варится. Я типа чего не ем хлеб. Вчера на ночь, глядя, так молотила, пиздец. Когда что-нибудь приготовлю вкусное, а вот это вот вкусно, очень вкусное. Охуительно. Рот бы не закрывался. Ела бы и ела.
Я так подумала. Неужто я голодом поеду, да? Ну что смеяться? Не. Я ни в коем случае голодом не поеду. Такая дорога дальняя. 100 километров, ага. Ну да, у нас там будет ужин. Ну, если я буду голодом, я набухаюсь сразу, да и все. Я в себя волью бокал вина, и все, готово. А тут я уже приеду готовенько. Вот сегодня весь день придется пировать. Весь день придется. Вот сегодня, считай, в обед начала пить. Во. Само то. Вот сегодня, считай, в обед начала пить. Там буду в гостях где? Там буду пировать. Шампанское тоже. Выбрала себе напиток. И еще вечером к Олесе поеду. И там пировать буду. Весь день пировать. Весь день сыто, пьяно, но в табаке. Черешенку себе еще приготовила. За нас. Реку холодненько. Смотрите, холодненькое шампанское. Посмотрите. Ну, не пропадать же шампанскому. Считай, смотрите, пью исключительно для того, чтобы шампанское не пропало. Вот смотрите, я открыла его вчера. Сегодня я сейчас уеду. Приеду завтра. Ну, завтра оно уже ни к черту не годно. Завтра я с утра приеду, завтра я домой приеду утром. Мы сразу же пойдем с Женей в лес. Может, мы так условились. Потом перед лесом я не буду его пить, а вечером оно уже будет выдохнется. Чтобы не пропало. Блядь, как вкусно. Что невкусно-то, да? Блядь, очень вкусно. Еще зубы надо почистить. Шампусик за нас. Свининка просто божественная. Просто. Называется поджарка. Уже была порезана на кусочки. Охуительная просто. Вкусно, блядь, охуенно. Обед аристократа. Уже въебало. Пара бокальчиков шампанского. Не-не, я не спиваюсь. Не переживайте. Вкусно. Ну, такое вкусное, грех не пить. Я вам хочу сказать, что... Смотрите, сегодня пью. До конца недели точно не пью. До конца недели я в кодировке. Потом в понедельник бокал винишка.
Чуть-чуть уже осталось. Вы заметили, что посуда-то одинаковая? Заметили? Спрайсе брала. Сейчас копейки стоит. Вот это 55 тарелка. Вот это 27, что ли. Даром что-то раздают там. Сколько время? 13:27. Приехал Владимир. Выходите, пожалуйста. Выйдем. Доедим и выйдем. Не проблема. Не проблема. Платное ожидание начнется в 13:32. Не начнется. Ну, что там уже, блядь? Лето. Время выгоды с Huawei. Не нахуя. 13:27. 1350. Блядь, как вкусно. Сама точно доем. У меня всегда все по минутам расписано. Вот сейчас. 13:28. Я считаю, уже доела. А еще даже зубы успею это почистить. Зубы почищу. А черешенку с собой возьму. Сейчас ее в пакетик вывалю. Ну, мои дорогие, давайте на пасашок. А прожую. Как вкусно. Что это такое? Я живу в многоквартирном доме, поэтому отсюда все проблемы. На пасашок. Приятной мне поездки. А вам приятного аппетита.